Fashion Collection объявляет конкурс. Соберите 10 выпусков журнала, вышедших в Сургуте. Принесите к нам в редакцию и участвуйте в розыгрыше. Главный приз – сертификат на 50 тысяч рублей от салона кожи и меха «Солини Коллизионе». Подробности по телефону 221-555 и на сайте indifisnews.ru. В Сургутском районе выбрали нового главу. Им стал председатель районной думы Валерий Деменков. Срок полномочий нынешнего главы района Дмитрия Макущенко заканчивается 20 марта. Выборы прошли сегодня. На заседании думы впервые депутаты муниципалитета, а не жители, выбрали нового начальника. За Валерия Деменкова проголосовали 13 народных избранников. Против только один. Инаугурация нового главы пройдет 21 марта. До этого дня руководить районом будет Дмитрий Макущенко. Отмечу, что отныне Сургутским районом будут управлять и глава, и сити-менеджер. Когда пройдут выборы второго руководителя муниципалитета, пока неизвестно. А вот должности председателя думы в Сургутском районе теперь не будет. Отмечу, что Дмитрий Макущенко управлял районом на протяжении 10 лет. На сегодняшней пресс-конференции он заявил, что грядки и дача – это не для него. Он по-прежнему останется активным общественником и планирует в том числе заниматься развитием малой авиации.